Человечество неисправимо. Оно должно быть уничтожено. Такс, ну вот, ребят, собственно, и финишная прямая. Это у нас заключительный этап, скажем так, в завершении истории группировки «Поиск». Модификация под названием «Долг. Философия войны». И мы начинаем на казарме в Кордоне, если быть точнее, в какой-то просто беспросветной заднице под названием «Туалет». Что мы здесь сделали, пока что не ясно. Скорее всего, нас просто прихватило после не очень хороших грибочков или же консерв, и к нам подбежал какой-то нехороший молодой человек. С очень испуганными бровями, просто посмотрите на него. Как будто он увидел, не знаю даже чего, дементора. Затаил дыхание, ля, у него же глаза просто таращит пацана. Слушайте, может быть, он это хочет в туалет, его приштырило. Я пока не знаю. Так, мы за кого играем сейчас, ребят, самая крайняя ситуация. У нас нету даггера, блин, а я так уже к нему привык. Постоянно был даггерок под рукой. Такая классная пушка. Прошивает абсолютно любой комбез, даже не знаю, даже прошивает броню в 30 мм просто чистой листовой стали. Ладненько, нам дали какой-то улучшенный гроза. 5.45 переделанный ствол. Это, конечно, хорошо, потому что патроны 5.45 в зоне просто хервотучие, их можно хоть жопа есть, и не закончится. Но все же это немножко не то. Так, секундочку, здесь очередь. Товарищ молодой человек. А, вы проходили мимо. А то мало ли. Здесь, как бы, видишь, очередь. Сначала я, потом вот человек стоит, как бы, тут у нас всего один туалет, и он уже забит просто под завязку. Но сейчас не об этом. Так, подожди, дружище, я еще не закончил. Мы за кого играем сейчас? Коротко, быстро и ясно. А, немец. Все, понял. Группировка «Поиск», ранг опытный, репутация очень хорошая. Никого не убивал. Ну, само собой, я ведь являюсь дипломатом группировки, то есть я, так сказать, ее, не знаю, менеджер, что ли, получается, или гендиректор. Не суть важно. Так, дружище, у тебя какие-то вопросы ко мне есть, что ли, или что с тобой не так? Что за паника на корабле, Вован? Спроси у Никанова, задолбал он чедными тревогами, а у меня как назло после вчерашних грибочков днище-то и выбило. А еще, Толян, там тебя какой-то иностранец спрашивает. Какой еще иностранец? Да я впервые вижу его, Бергером назвался, по всему видно, что не бедствует, оточила у него армейский хаммер. Вы же без них с парнями сидите, наверное, контракт новый знаклевывается. И если что, тебя это, с тебя суюнши. Ладно, посмотрим, что за бюргер. Заходи, заходи, раз тебе днище сорвало, в принципе, тебе мешать не буду, дружище, не переживай. Так, тихо, ты это, бедренный сустав не ломай. Ё-моё, как же он пафосно повернулся-то, а? Всё, что ли? В смысле, пода... Ни хрена себе. Вот эта система быстрого выброса отходов из организма. Так, ладненько, нужно поговорить с каким-то бергером. Ух ты, ёп, смотри, прям очередь, прям люди в туалет идут прям толпой. Какие-то, походу, грибы были, ребята, у нас в обеде в армейском, не очень. Это у нас что? У нас просто посреди, собственно, казарм валяется вот так вот просто минное поле или что? А, нет, это просто ящик с ковром. А, простите, обознался. Так. Играем мы за немца, у нас какая-то учебная тревога, нам сказали, что Аниканов где-то здесь на территории казармы, это хорошо, это старые люди, которых мы уже знаем, плюс к нам прибыл Бергер, блин, не хочу с этим Бергером разговаривать, потому что вроде как Славен сказал, что он нехороший человек, молодой, прям вообще не очень, который натворил много всякого нехорошего дела на территории ЧЗОшки. Здравствуйте, товарищ командир! Молчаливый парень. Не хочет с ним разговаривать. Так, патрончики для калаша. Здесь у нас пусто. Энергетики. Спать не будем точно. Понабрали все, что могли. Так, здесь по херне всякое собрали. Ну, давайте с ним поговорим, раз у нас ждет. В натуре ты смотри, иностранец какой. На хаммере подъехал. Етить, колотить. Ага. Знаете, вот...
некоторые черты лица или же лица в принципе в целом вот просто отталкивают или же вызывают в голове сомнения, то есть вот какой-то, знаете, вот как будто ложь, подстава, обман. Мне вот почему-то кажется, что этот человек не очень хороший, вот он обманщик. Я не знаю почему, но вот у него такое лицо, как будто вот он всех обманывает постоянно. Хитрожопая лиса такая, знаете, только не рыжая, а черная просто вот. Черная хитрожопая лисичка, сестричка. Ну давай поговорим, дружище. Добрый день. Вы спрашивали меня? Guten Tag, Herr Stalker. My name is Berger. It's Bischwer Dainen из Gesellschaft NTC. Дружище, не гони лошадей, я тебя не понимаю. Ферштейн, Нихт, Ферштейн, Зи. А, мне сказать, что вы немец. Немец — это мое прозвище, дружище. Я как бы это, понимаешь, просто когда в зону пришел, я сюда пришел с МП-40 в руках и с каской немецкой 45-го года. Потом все, конечно же, продал, купил себе более нормальное снаряжение, но поначалу было так, а сам как бы я русский. Теперь понятно, я вся 3 дня в зоне, но уже много слышал о вашей группе. Группе поиски, и заметить скер немец слышал только хорошее. Ну, вроде бы никто не жаловался, это точно. А что бы хотели, Гербергер? А ваша группа, знать я знаю, занимается в основном розыск пропавшей животной... сталкер. Ну да, как бы это так, ищем людей, пропавших в зоне, есть такая задача, поэтому называемся поиск же. Мне поручить предложить вам работа, вам, я имею в виду, ваша группа, целям. Слушаю вас, Гербергер. Полгода назад пропал сын один из руководителей нашей корпорации, Рихард Блюме. Нет, не здесь, в Испании. Молодой человек отдыхал там. Приличный молодой человек из приличной семьи. В один из дней он просто не вернулся до гостиницы. Розыск результатов не дать. Рихард Блюме пропал бесследно. И вы решили поискать его в зоне? Я понимаю трагизм ситуации, но в голову лезет старая шутка. Что ищем? Часы? Где потерял? Там. А почему здесь ищешь? Да здесь светлее, легче найти. Он был сталкером, этот Рихард Блюме, или что? Сталкером? Нет, что вы, я же сказал, приличный молодой человек. Биатлон, да, с Бьорн Аллен, Свенсен, дыш-дыш. А сталкерство? Нет. Так какого ж черта, Гербергер, вы решили поискать Блюме в зоне? Его отцу деньги куда девать, что ли? Гер немец, имейте терпение. Сейчас я все объясню. Несколько дней назад группа из 3 сталкер заночевать возле Янтарь. На их костер вышел тот зомби. А какой тот зомби? Не знаю, я ни разу не видел ни одного, поэтому не смогу описать, какой именно. Продолжаю. Ты, сталкер, возвращались из долгий рейд. Контейнеры полны артефактов, но из боеприпасов 5 патронов на 3 ствола. И мне повезло, зомби оказался вполне миролюбивым. Посидел полчаса среди боявшихся, пощевельнулся сталкер, бормоча что-то несвязный. Потом протянул ближнему к ним КПК, или как это здесь вы говорите, БДА. Внятно сказал, это нужно отдать, и ушел. Ха, железные нервы этих парней оказались. Да-да, железные, я, не них. Они не бросить КПК в вагон и заглянуть в него. Там были фотографии Рихард Блюме в компании сталкер и заметки о городе призрак. Копию информации из КБК получил отец Рихард. Все сопоставили, и вот я здесь. А я могу на них взглянуть, на эти фотографии? К сожалению, нет, гернемец. К письму был прикреплен троян, и при первой же попытке сохранить все и письмо, и 7 гигабайт порнографии, немецкой информации, и даже сам троян все уничтожился. Я на них зергут. Уж мне эти ваши буржуйские нежности, а просто переснять вживую с монитора, не камер нельзя было, а? Вас изда... при этом никто не подумать. Так вот, сталкеры, общавшись, если можно так сказать, зомби, должен был встретить представителя корпорации здесь, на кордон. Я прождал их 3 суток, установленный срок сообщил Максу Блюме, отцу Рихард, о возникших трудностях. Он предоставил мне полный карт-бланш, и вот я решил, все обдумав, обратиться за помощью к вашей группе. Ну это вы, конечно, правильно решили, Гербергер. Вы находите один из сталкер, у которого в руках КПК. Как я предполагаю, Рихард Блюме доставляет его сюда, а я в свою очередь выплачиваю вам вознаграждение 15 000 евро. Заманчиво, но я должен узнать мнение моей группы, пока это невозможно, связь глючит.
аванс 1000 евро. Я плачу вам немедленно, сразу же после подписания контракта. Не хочу скрывать от вас, герр немец, о моей осведомленности про финансовые проблемы вашей группы. Если заметит ничего противозаконного, только найти и доставить одного из троих. При неудаче аванс не возвращается. Ид, я знаю, так что скажете, герр немец? Я согласен, дело-то хорошее, человека из беды выручить. Думаю, что группа не обидится, если я подпишу контракт, не имея формального согласия всех членов группы. Немец, что внизу трёшься? Поднимись, есть новости для тебя. Так, сейчас, Аниканов, я подымусь. Вот по поводу того, откажется ли группа или нет, я пока точно не знаю. Это проблема, Славен не любит Бергера. Были на то разные причины, мы просто странным образом, товарищ Гир, как там вас, хер его знает, просто видели то, что натворил Бергер спустя 2 года в 2014 году, и было там не очень, на самом деле. Так, я так понимаю, по временным сейчас, ребят, нити, мы находимся прямо в тот день, когда на группировку поиск напали в Припяти, потому что связь глючит, военная тревога, вертушки подняты, войска, все дела. Так... Ну ясненько. Вот хрен его знает на самом деле, потому что мы хоть и лидер группировки, поиск, все дела, но бойцы скорее всего нас не послушаются, потому что они пойдут за своим настоящим лидером, за Славеном. Если так уж подразделить, то, знаете, мы что-то типа вот, знаете, генералы бывают двух типов, штабные и полевые. И вот мы штабной генерал, то есть мы генерал, который там занимается бумажками, контрактами, и мы вроде бы как бы лидер группировки, все дела, но... Все-таки ребятам ближе полевой генерал, которым является Славен, то есть который с ними постоянно на поле боя, который воюет, там, скажем, людей убивает. А он этого Бергера на дух не переносит, и на то есть много причин. Ладно, будем верить просто в лучшее. Здорово, Аниканов. Связь заработала, Стас. Бельберда какая-то в эфире, Толян. Бой в Припяти, апокалипс, на твою группу напали. Вертушки там, рельеф утюжат. От нас группа спецназа отправляется в Припять. Давай, дуй к ним. Я понял, все, влетаем. Да, нехило здесь повоевали, ребята, прям просто в мясо, целый круг ада. Нихрена себе труп альденов. И вертушки здесь летают. Жесть просто какая-то на самом деле. Охренеть просто, потому что так, здесь какие-то ребята обитают, но мне кажется, это не наши пацаны, потому что они не могут быть к нам нейтралами, мы ведь тоже из группировки поиск. Скорее всего, это просто спецназ... Да! Это бригада спецназа, которая сюда прибыла на зачистку. Ясненько, скорее всего, наши пацаны находятся сейчас на старом добром своем месте. То есть, ты смотри, прям как красиво уработали всех на лестничке, прям, ох, в одну линейку. Скорее всего, ребята сейчас находятся на территории своей базы, то есть, там, в ДК, снизу, в подвальном помещении. Поэтому нужно выдвигаться сейчас именно туда. Нехило, реально, вот прям вот нехило, просто покосили всех в мясо. Страшные пацаны, просто страшные, блин. А если бы еще и мы здесь были, ох, вот тут бы-то вообще вакханалия началась. Но нас здесь не было, мы немножко не успели. Хотя спешили вроде бы как могли. Но походу вертушка летела слишком долго. Ладно, сейчас главное найти пацанов, с ними поговорить. Так сказать, обсудить дела контракта, потому что бабла платят неплохо, оно нам, в принципе, нужно. Там у нас с деньгами есть небольшой напряг. Хотя, хрен его знает, есть ли он или нет, вот в чем вопрос. Столько бойцов и покалов убили, с них можно собрать всю снарягу и нахер продать, ребята, и там будет на парочку миллионов. Ладно, сейчас будем разбираться. Так, ну вот это уже, ребята, что-то похоже больше на правду, потому что наши ребята нам друзья. Да, группировка поиск, все с дагерками, блин, кроме нас. Вот это самое обидное, хотя я лидер группировки. Ладно, так, нужно наверное, с ним поговорить, ребята, так понимаю. Пацаны, здорово. Немец, улетела вертушка. Да, сбросила нас и фьють. Пешком придется тебе на кордон вертаться. Не хочешь Славен дело с Бергером? Сказал ему, ругаться начал. В смысле, они знакомы? Бергер сказал, что только 3 дня в зоне, а Славен-то где? На КП где ж еще? Ладно, пойду потолкую с этим пареньком. Вот так вот сразу, видите? В штыки, прям вот сразу в штыки, нет и все, говорит. Бергера в задницу Бергера. Здорово, Славен, ну как, все целы? Царапины, ты зачем здесь, немец? Да, Стас Аниканов сказал, что Припять заваруха, что группа спецназа сюда направляется. Я с ними прибыл, жарко было. Жарко, батя. Если б не Рославкин, достучался до летунов, плакали бы мы сейчас над нашими остывающими молодыми телами. Трофеи взяли богатую, опять же, может теперь подходящей работы дожидаться.
Ну контракт есть, Славен. Появился в зоне богатый буржуин, Бергер фамилия его. Он готов оплатить розыск одного сталкера. Погоди, бать, глухой. Я ж сказал, подходящая работа. Работа на Бергера не входит в эту категорию, так что забудь. А что у тебя к нему? Я же вижу, богатый, наверное, не курит, не пьет. Сволочь одним словом, но работа-то просто найти человека, одного из трех, и все. Немец, с Бергером дел не будет. Твое решение, а парни? Ну пойди поговори. Ладно, пойду поговорю, но я что-то, ребят, сомневаюсь в том, что... Они пойдут против Славена, хотя бы один. Мне по парочку человек хотя бы для помощи в поисках, а то, блин, искать в одно рыло по сечу завод тяжеловато будет. Пацаны, ну подсобить немножечко, а? Тимоха, Мерк, поговорим. Располагайся, Толян. Сейчас тушенку подогреем, водочку остудим. Ты про работу по заказу Бергера что думаешь, Тимоха? Славен говорит, что Бергер этот гад. Понял. Андрюша, ты со Славеном? Немец, я Славену верю. А мне, значит, нет. Тебе тоже. Но он утром чую. Славен что-то знает о Бергере. Ладно, не тушься. Егорка, ну давай. Про Бергера что-нибудь скажи мне. Поговорили. Как ты думаешь, Славен? Немец, мы с тобой друзья. Я и помню, как ты мне жизнь спас. Но не стал бы Славен просто так контриться на кого-то. Я понял вас, я ваше мнение, ребят, понимаю. Но тут скорее то же самое, Серег, ну чё, даже не начинай, я понял. Как интересно все вы. Дай угадай, Толик, я со Славеном, да? Толик, я со Славеном. Понятненько. Вот так вот, да, одному жизнь спас, вроде бы и батя называется, вроде бы основатель группировки, а все со Славеном, ты смотри. Бляха-муха, самое обидное, что я сам Славену верю. Я знаю, что Бергер падла еще та. Но контракт и весь контракт. Поговорили, блин. Все понятно, батя. Я пообещал человеку, я выполню работу. Твое право, немец, помощи не жди. Более того, при первой же возможности я грохну Бергера. Ты меня знаешь. Все, базар окончен. Да уж, поговорили. Печальненько. И что дальше делать, я не знаю. Как без группы искать пропавшего пацана? На янтарь идти, что ли? Искать его труп там и зомби этого говорящего? Хер его знает. Я склад проверю наш общий. Чего там понасобирали-то? Ясно. О каком приварке они говорили. Да, трофеев неплохо прям. Я, наверное, себе одну ФНку заберу. И патрончиков к ней в придачу. На всякий случай. Вдруг какой-то форс-мажор будет. А повоевать нужно всегда. Ну, вот так, прям побольше, на случай, прям, не знаю, какого-то жесткого косяка. Хватит на всю жизнь, в принципе. Так, аптечки, наверное, тоже не помешают. Возьму себе парочку. Два царик. Так, антирадики. Немножечко бинтиков. Парочку гранаточек. Тихо. Вот так вот, тушеночки покушать. И, в принципе, наверное, мне это хватит. Ну и бронебойные патрончики на случай форс-мажора. Нет, пистолет мне не нужен. Спасибо. Так, что делать дальше, ребят, пока что вообще не ясно ни капельки. Группа целиком полностью против того, чтобы делать заказ, но мы ведь должны его оформлять, потому что заказ-то уже принят. И аванс есть, и оплата неплохая, просто нужно найти человека, то есть нам даже ничем заниматься не нужно. Так, что у нас здесь? Неплохие артефактики. Ага, убежали уже, заразы. Нет. Все ко мне. Забрать. Так, это тоже забрать. Ладно, будем думать. Монолит. Монолит, пожалуйста. Монолит. Ты меня слышишь? Я немец. Ферштейн, Зихт, Инхаль. Давай, помоги, пожалуйста, найти мне одного человека. Давай, соединяемся. Астральное соединение. Соединяешься? Так, пошло подключение. Wi-Fi работает. И... Раз, два, три. Где найти человека? Где найти нужно мне человека по контракту? Где найти нужно человека мне по контракту? Монолит, помоги. Монолит. 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 Что говоришь? Зайди в огонь, и будет осенение. Ага. Ну давай, зайду в огонь, надеюсь, правда будет осенение. Ты не обманываешь, точно? Ладно. Все, понял, спасибо, все, побежал, все, ищу, все, спасибо, что подсказал.
Так, сталкер, ты на территории барьера, ты в безопасности, подойди, делайсь. Нам писал Кэп, сейчас, дружище, подойдем, поговорим с тобой, вдруг ты мой сердечный. Ребят, добрался до территории армейки, вроде бы без всяких проблем, но вот ситуация, которая развернулась там, на территории радара, была просто отвратительной. Без всяких предисловий, потому что времена идут, меняются люди, бойцы, лидеры, меняются очень много, меняется сама зона, не меняется только одно. Война группировок. То есть, я вот только вышел на территорию радара, и тот самый, ребят, знаменитый перекресток, который идет прямо в Припять, и сразу бойня. То есть, бойня, свобода, монолит, долг, толпа на толпу, стенка на стенку, полное мясо. Все мне друзья, все мне, скажем так, товарищи, ну вот между собой они все враги. Ситуация крайне неприятная получилась, друг друга все завалили, а долг, в конце концов, выиграл. Как ни странно, скорее всего, это из-за меня, потому что я парочку бойцов подлечил аптечками. Ну, так, скажем так, по доброте душевной, но долг там всех просто в кашу смял. Вот такая вот неприятная ситуация получилась. То есть зачем? Зачем воевать? Есть же общий враг, группировка Апокалипсис. Есть куча проблем, зачем вот этим заниматься, не понимаю. Плюс смог найти там группу ученых, которая была мертва, очень важная для себя вещь. Это артефактик под названием «Вспышка». Могу теперь бегать намного дольше, потому что бег — вещь очень важная. Так, ну ладно, потом поговорим. Да хорошо, хорошо, иду, Кэп, я тебя услышал еще с первого раза, дружище. Сейчас со всем поговорим. Что ж вы такие прямо, а, не любители долга, не любители монолита? Какой-нибудь пакт заключили бы, а? У нас же было дело-то общее, что началось-то? Нехорошо, все это нехорошо. Так, здорово, дружище. Да мы с тобой прям братья-близнецы, я тебе так скажу, слушай. У нас с тобой даже одна буква в имени одинаковая, Е... А у тебя как маму зовут? Просто, слушай, может быть, Людмила Петровна, как, в принципе, и мою, и, может быть, мы с тобой братья-близнецы, нет? Ладно. Здорово, сталкер, что-то я не припомню тебя. Я Кэп, а ты у нас кто? Я немец. Немец? Не помню. Но будем знакомы. Куда путь держишь, дружище немец? Да на кордон держу путь. А, разговор что-то наш, слушай, не в службу, а в дружбу. Спроводить придурка одного к доктору на базу. А, тоже через барьер шел только на радар. Крикнули ему часовой, стой, стрелять буду. А этот чудило грешный спрятаться решил за валунами. Ну, Мишка рыжий с пулемета по нему и засадил. Да, не зацепил так, крошечное просекло. До утра вагонщики определили его, а ну видишь как, вышло. Сепсис, похоже, начинается, горячий, но что печка. И пургу метет. А, да все прокрыс, отведаешь. Отведешь, понимаю, не по пути, но у меня каждый боец на счету. Сам видел же, что на радаре начало. Ну так что, брат немец? Отведу, а он не буйный, не сбежит? Да не, тихий он, не переживай. А, вот тебе, лунный свет называется, нормально? Спасибо, ценный арт. Лунный свет вроде бы на выносливость. Да, дружище, так это отлично, я отведу. А кого нужно отвезти, братан? Ты это, выходи, сейчас с тобой пойдем. Тебя зацепили, да? А чё ж ты делал-то, одиночка на территории, собственно говоря, радара? Ты нахера туда шел? Там бойня началась. Свобода, долг, все дела. Монолит. На, дела. Идти можешь, друг? Да, мне надо идти. Ждут меня. В горкоме. Крысы. Горком крысы. Пошли, провожу тебя. Куда? Ну, в горком, куда раз. Шел, друга моего захватим с собой на базе свободы и в горком. Пошли. Крысы. Везде крысы. Ну, пойдем. Странный парень немножечко бредит. Что-то с ним явно не так. Надеюсь, дойдем попросту без проблем. Так, тихо, вот это надо сразу убирать. Тихо, родной, отдыхай. Какого черта? Бронебойные кабаны, что ли, поперли? А в лоб? Ха, а в лоб не выдержал натиск. На самом деле, гроза очень хорошая пушка. Ты идешь? У меня бы еще прицельчик на нее, было бы вообще супер. Цены пьянь... Какого черта? Я тут монологи точу, рассказываю всякую херню, оказывается, что еще один кабан остался жив. Пошли, дружище, сейчас доведемте до базы, и потом я пойду на кордон. Какие-то крысы. Может быть, он про предателей говорил, может быть, его кто-то подставил. На самом деле, очень даже похоже на правду, знаете, шли с пацанами на территорию радара, его кто-то кинул, и вот он остался один. И пошел муляж про крыс. Очень даже похоже на правду. Но это не наше дело. Наше дело сейчас, собственно, раздать его и пойти на территорию бара, кордона, не знаю. Нам нужны какие-то ответы на вопросы. Либо поговорить на кордоне с Аникановым, либо с Сидором, либо нужно поговорить с барменом, но...
Либо просто идти на янтарь. На янтарь. Хотя на янтаре нет никого, в принципе. То есть лаборатория Сахарова давно уже вся разбита в хлам, все убиты, там не будет информации. Нужно скорее искать информацию на территории бара, либо же на территории кордона у Сидора. Эти ребята, скорее всего, что-то знают. Что-то нужное нам, потому что искать вот так вот просто человека, пропавший один из трех сталкеров, бывших на кордоне, на кордоне, на янтаре. Ну это как искать, не знаю, стог сена в космосе, или же иголку в стоге сена, которая летает в космосе. Короче говоря, очень сложно все это будет осуществить вот так вот просто с нуля. Опачки. Секундочку, подожди, тут, конечно, минное поле, но я вижу тайник. Блин. Ать! Неприятно, неприятно. Так, подожди, подожди, а что у нас здесь? Да, полез за аптечками, чтобы подорваться. Веселуха просто... Ать, хорошо. Я там минку вам подавал, ребят, не переживайте, все нормально. Блин, костюм покоцало, костюм дорогостоящий. Лучший костюм в ЧЗОшке, бляха-муха. Надо будет его починить. Так, отвезти больного доктора. Тебе налево, дружище, тебе налево, да. Теперь у них здесь свой собственный лазарет. Потихонечку свобода развивается. После всех этих напастей. Там база, там технарь, там торговец. Здесь теперь организовали лазарет. Ясненько. Ну ты располагайся. Тут, я надеюсь, койки есть. А, да, есть койки, так что можешь отдыхать без всякой херни. О, какие люди в Голливуде. Так. Ну, давай поговорим. Здорово, доктор. Здравствуйте. Что с вашим другом? Да болен он. И не друг у меня вовсе. С барьера вышел. Забрал его. Ну что же, спасибо. Что-нибудь еще? Да нет, вам спасибо. До свидания. Ха. Лукаш нас зовет. Лукашек, ну давай поздороваемся, дружище. Поговорим, так сказать. С тобой. Это ж вроде бы твоя бригада наших пацанов доставала из территории Припяти. Насколько я помню, когда Славян вступил в битву с апокалами, именно бригада Лукаша к нам подоспела. Так что, в коем-то, скажем так, мире свободу нам очень даже хорошие друзья. Наверное, стоит с ним поговорить. Вдруг он что-то дознает. Да тихо-тихо-тихо-тихо, свои, чего у тебя такие парни-то нервные, а? Очкуем, да, очкуем? Привет, Лукаш, звал... Привет и тебе, немец. Это хорошо, что ты отозвался, иначе бы не вышел с базы. Ха, чего так-то? Скажи, немец, я похож на дурачка? Да, вроде бы нет. Спасибо. И вот что я подумал. Почему немец, который ни разу севернее бара не был, идет сейчас с радара? Почему он вне группы? Почему он одиночка? Было сообщение от группы поиск обоев Припяти. Я послал туда бойцов. И Деймос послал людей, и Воронин, и все послали группы. Слеснулись между собой на радаре. В чем дерьмо, немец? Объясни. Ах ты ж мать твою, вот оно что произошло. Ебать, коня в два уха. О, вот эти долги мы будем долго расхлебывать со стороны свободы, долго и монолита. А я думаю, какого хрена они все сразу туда поперли, все разом. И на этом перехрестке схлестнулись. Идите его за хлестом. Блин! Мы сообщение разослали всем сразу, одновременно, и все группы туда двинулись. Ах ты ж. Я не могу ничего сказать, дружище, просто нечего сказать. Ты в курсе? Ладно. Поверю. Но если что-то узнаешь, ты же не станешь утаивать это от своего старого друга, Лукаша, нет? Ты меня что ли стукачи записал, дружище? Мне не нужна бойня в зоне, немец. Я хочу понять, что произошло, и мирно урегулировать ситуацию. И честно, немец, выбора у тебя нет. Так что, дружим? Дружим, дружим. Веришь? Сам не хочу войны. Да-да, сейчас зайду, доктор. Походу, что-то случилось с тем гребаным больным. Ты уж меня прости, дружище, я не знал, правда. Я не знал. Рации глючили, понимаешь, рации, сука, зависли. Мы отправляли сообщения всем, кому могли. И когда рации заработали, сообщения дошли до всех, зараза, одновременно. Юрик, ты это представляешь? Ты представляешь? Мы ради хорошего дела развязали войну. Там же... Там человек, наверное, 30 полегло. Там было примерно 10 долговцев, 10 свободовцев и 10 монолитовцев. И все друг друга с собакой перебили. Ага. Да. Блин. Аж как-то не по себе стало. На душе как-то, ребят, хреново.
То есть, вроде бы дело хорошее совершали, вроде бы группу поджали нашу, но нужно было спасать ее, и мы сделали все правильно, но бляха-муха. Вот так вот все оказалось, видите, поперек горла. Ладно, слава богу, тут у нас друзей много, Лукаш нам друг, скорее всего, Воронин тоже нам друг, и скорее всего, все нам друзья. То есть, надеюсь, связями своими мы урегулируем, скажем так, потери пацанов, которых было очень много. А, он уже заснул, я понял. Чего еще, док? Вашему другу стало хуже. Немец, сильное нервное истощение, он погружается в кататоническую кому. Скоро и бормотать перестанет. Нужен инсулин. Но у меня его нет, и повторяй, не другу мне, запомни уже, и болит. И у Сидора есть, он диабетик. Ну и как вы себе это представляете? Метусь по-молодецки туда и обратно? Ну, что-то надо делать. Знаете, я готов заплатить. Ладно, не надо, сделаю, что смогу. Вляпался ж с тобой. Ладно, диабетик, блин. Нашли пацана, он еще и диабетик. Ясно теперь, что с ним стало, ребят. Почему всякую херню несет про крысы и прочую хрень. У него понижение очень сильное в крови сахара. И как бы все, голодание организма начинается. Начались галюники, все дела, башка поехала, поплыла. До Сидора забрать у него, блин, инсулин, обратно бежать. Прям добродетель. Ну хотя после того, что я натворил там, на территории перекрестка в Радаре, столько людей полегло, надо сейчас теперь свои грехи замаливать. Ладно, отправляемся на территорию бара. Поговорим с барменом, может что-то узнаем более интересного. Так, ну что ж, бар, милый бар. Старый добрый тайничок, сейчас сразу проверим, вдруг что-то есть интересненькое в этом тайничке. Ах, СП-эколог, возьмем. Вдруг придется полезть куда-нибудь в жопу непонятную какую-нибудь. Немец, хорошо, что ты зашел. Выручай. Так, у бармена какие-то неприятности. Это при всем при том, что вроде бы долг на месте, все охраняется. Ну, давай зайду, дружище, поговорим, бесспорно, почему бы и нет. А че у тебя случилось-то? Наверное, какие-то проблемы с поставками, может быть. Хер его знает, потому что проблем вроде бы с самим баром нету. Здесь все старые бойцы, вот одиночки. Вот там долг был. Ну, давай побазарим, дружище, давай побазарим. Почему и нет? Аж интересно стало. Так. Ящик какой-то стоит. Зачем он здесь нужен, не ясно. Здорово, дружище, здорово. Здорово, Йорик. Здорово. Сдай вещи, немец. В смысле, все? Правила. На выходе заберешь. Понятно. Так. Вещи, я так понимаю, мы все сдали. А с каких пор у нас правило сдавать все вещи при входе в бар? Абсолютно все. А ножик-то при мне... Ага. Окей. И что у нас здесь происходит, люди добрые? Опачки. Так, знакомые все лица, ты посмотри. Здорово, Эрнест. А что случилось, Эрнест? Трое в здании, в комнате. Не знаю, что им нужно, но чувствую, они опасны. А Гарик в отпуске по болезни. Пронес что-нибудь? Нож, остальное у Жоры оставил. Да уж, проф их мать союз. Ладно, маякну долгу. Да не гони лошадей, подожди. Посмотрю, может, зря напрягаешься. Немец, поосторожней там. Хорошо, хорошо, мамочка. Ага, я понял. Так, здравствуйте, молодые люди. Это Ермол, что ли? Точно, Ермол. Так, подожди секунду. Там, походу, какая-то ботва засела. Сейчас я, сука, тройной удар кобры в подмышку сделаю. И кто у нас здесь колеса катит? Ага, какие молодые, уважаемые людишки, ты смотри. Здорово, чепушила. Привет, парни. Зашел сказать, что если есть дурная мысль об наехать на бармена, гоните ее нахрен. Эрнест наш друг, и наехать на него не получится. Чей это на... Чей это наш? Группировки поиск. Ох, ты ж лететь колотить сразу в череп... На, сразу минус. Туда же второго. Чё, падла, давай, 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 сейчас тебе покажу, урод, как меня учили, да? Таких... Ладно, ладно, справимся, справимся с этим засранцем, давай, 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 давай. Перезарядился, урод? Крабиком, крабиком ползает, ты смотри, какой профит, а? Оп! Не поймал, оп, не поймал. Эть, раз, два, три. Как, спецназ учили? На, собака! На тебе с ножа! Говорил же всем, сука, ханабы. Да, говорил, блядь, пришли они тут в бар, а? С оружием прошли, ты смотри, уроды. Сева вождь. Был вождь, нет вождя, охотник. Ах ты ж падла. Группировка охотники, знаем такую. Ну ладно.
Бармену они угрожали, тут накрыли стол, прям ты смотри, какие важные ребята. Даже не почувствовал. Ублюдки. С ножа порешал. Ну что, дружище, поговорим, нет? Проблема решена. Как меня учили просто. Дебилы, и 5 слов сказать не успели, как петухи набросились. Спасибо, немец, выручил. Может, надо чего? Инсулин есть? Нет, тьфу-тьфу, пока не нужен. Может, у Воронина? Снабжение долго хорошее, поставки, все дела. У Сидора точно есть, так зачем тебе? Да не мне, ладно, если что, зови. Так. Тут еще остались парочку хороших ребят, может, с ним поговорить. Здорово, Ермол. У Ермола нет ни хрена, только очень много патронов на продажу. Есть, кстати, прицельчик. Вот это нужная вещь. На мой-то любимый автоматик под названием «Гроза». Дружище, Будулай у нас на починку, кстати говоря. Мне подремонтировать. Бесплатно делает. Ого! Вот оно, что творит, ребят, звание под названием «Немец». В ЧЗОшке-то, а? Приветствую тебя, сталкер. И тебе привет, Генка. Пока что никаких ПДА у меня для взлома нету, поэтому увидимся позже. Так, ребят, думаю, пока что на этом закончим. Собственно говоря, вот наша с вами первая серия модификации под названием «Долг. Философия войны». Пока что особо ничего не ясно, кроме того, что мы вляпались в не очень хорошую ситуацию. Мы взяли контракт на поиск людей для Бергера, и вся группа нам в этом отказала. Плюс та бойня, которая была в Припяти, устроила некий дисбаланс, скажем так, на территории ЧСО. То есть для начала мы добились, точнее Стрелок добился перемирия между группировками, а теперь опять началась война из-за нас же, блин, стать. Из-за того, что мы отправили всем одновременно послание на помощь, СОС, туда выдвинулись все группировки сразу и начали друг друга валить на перекрестке. То есть и Монолит, и Долг, и Свобода, и теперь мы у всех в долгу, бляха-муха, по уши, прям по самую не балуйся в каких-то непонятных катехинах. Плюс есть небольшая проблемка у нас с одним неизвестным нам парнем, который у нас почему-то бредит. Он был с радара, шел, его Свобода приняла, теперь нужно им помочь. Вроде как он диабетик. Помогая ему не знаю зачем, просто потому что можем помочь парню, типа за просто так жалко парня, чтобы он умирал такой мучительной смертью. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачи и пока-пока.